Его рабочий день начинается в 8 утра. Артем Березовский занимается ремонтом и обслуживанием центральных тепловых сетей и пунктов в городе Видное уже 10 лет. В его подчинении 12 человек, в основном слесари и сварщики. Люди обходят все колодцы в городе и на выявление утечек в тепловых камерах, если есть вода, они докладывают мне. Ездим по центральным тепловым пунктам, всегда проверяем, налаживаем оборудование и все поддерживаем в рабочем состоянии. Все ТЦП в городе проверяют практически каждый день, следят за давлением, смотрят, правильно ли работает оборудование. Рабочее давление 7 килограмм показано вот красным. Если ниже, мы приезжаем, уже проверяем, где у нас утечка на трассе. Также следят за работой автоматики, которая в зависимости от погодных условий настраивает нужную температуру воды в батареях. Клапан, который регулирует уже температуру непосредственно подачи теплоносителя от котельной на бойлер. И он закрывается, если на улице температура большая, плюс, то он прикрывает этот клапан, и подача теплоносителя уже снижается. Городские колодцы Артем Березовский и его коллеги проверяют два раза в неделю. Если в них сухо, все в порядке. Если же камера подтоплена, значит, где-то произошла утечка. В ходе осмотра колодцев у дома 2, корпус 4 по проспекту Ленинского комсомола нарушений выявлено не было. Камера сухая, утечек нет. Проводится, еженедельно, два раза в неделю обход. Проверили, нет утечек, приступаем к проверке следующей камеры. Артему Березовскому его работа нравится. Признается, труд нелегкий, но необходимый. Всего же над тем, чтобы в домах города Видное была горячая вода и отопление, трудится более 60 человек. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.